Welcome to Halloween Party. И здорово, варвары. Что я хочу показать? Это не дом. Это фишку дома. Ну, в основном, недавно только нашел, но обязан просто рассказать, поэтому ролики делаю. Дом я еще, собственно, не достроил до конца. Не знаю, будет интересно, покажу его. А вот это вот ерунда. Место, в котором ваш лут хрен когда заберут. Объясню, почему. Смотрите. Под нами огонь. Вы их видели вон на той башне, на этой башне. Неважно, вы бегали, вы его видели. Так вот, он ваншотит. У него есть радиус, в который вы входите и сразу умираете. Как когда к стене подходите. Так вот. Я придумал вот такую вот фигню. Здесь построиться очень трудно в плане того, что не допускает строительство на самом огне или там в близком его радиусе. Но есть фишки, при которых можно выдвинуть сюда фундамент. Смотрите. Вот там у меня песчаный потолок. На песчаном потолке стоят сундуки. Дверь вы снимаете, потому что иначе их лутать невозможно. Вы прячете сюда лут. Любой рейдер, взорвав дверь, подрывает потолок. Весь лут падает в огонь. Достать его оттуда невозможно. Как бы вы ни старались, что бы вы ни делали, достать его оттуда будет нереально. А пока они будут стараться что-то придумать, он сгорит. То есть, как говорится, ни себе, ни людям. Вы просто страхуете свой лут навсегда. Что бы они ни сделали, они его не получат, но вы его потеряете. Уж вот такой вот минус. Но главная фишка в том, что вот так вот можно его сохранить. Вот даже покажу, помру. Бац, и все. То есть, как вы поняли, забрать его оттуда невозможно. Потолок рушится, лут падает в огонь. И рейдеры, как вы понимаете, это что такое? На паутине можно спрятать долговечную прочную нить. Чего? Что это такое? А ну говорить. Столетний не занимается сбором паучи. Блять, с кем я это тут случайно поговорил? Вот такая вот ерунда. Есть мнение, что меня кто-то сейчас возненавидит из-за того, что я эту фишку показал. Но, согласитесь, интересно же. Я знаю несколько мест таких, где можно вот такую базу построить. Ну, не конкретно такую же, да, там другую. У каждого свои извращения в этом плане. Но, тем не менее. Отпишитесь, как вам такая фишка. Придумываете ли вы какой-нибудь способ залутать. Поверьте, в воздух, если он падает в воздухе, если он там как-то никак. Я, блядь, уже все что угодно перепробовал. Никаким хером его оттуда не залутаешь. Он упал, ты дотронулся до огня, ты умер. Все, другого выхода просто нет. Вот так вот, как-то. Ну, надеюсь, вам такая фишка понравилась. И таких мест, заметьте, их немного. Их, наверное, на карте, ну, штук 5. Это, ну, это то, что я помню. Все, больше нету. То есть выбрать можно, можно там постройки разные придумать. И в разных местах есть один в пустыне. Очень там такое интересное место, но там радиус огня выше. Вот, например, видите вон то место, да? Там вот такая же постройка. И при этом разместить там базу намного труднее. Это при том, что строить там легче. Радиус огня, который горит на вот таких вот башнях, выше. И он, естественно, ваншотит. Так что там даже свой лут залутать будет трудно. Но на такой башне, вот как вы видите, где я на карте. Вот здесь. Здесь построиться намного легче.
и залутать свой лут с постройки проще. А здесь надо как бы исхитряться. Я уже просто пробовал и решил, что здесь будет самое, но при том, заметьте, внизу можно достроить много чего. Это я так, как от себятина. Но, кстати, дом получился ничего. В общем, наверное, это все. Все, я свалил. Пока.